На блокпосту вблизи Славянска произошло столкновение блокадников и полиции. Правоохранители рассказали о том, что получили травмы при сопротивлении, а волонтеры, в свою очередь, обвиняют полицию в применении спецсредств и избиении народного депутата Владимира Парасюка. 15 марта в Славянске за получение взятки представители прокуратуры, СБУ и нацполиции задержали на горячем главного инженера коммунального предприятия Управления коммунального строительства. Чиновник пытался получить неправомерную выгоду в размере 4500 гривен. В Славянске судят школьного учителя за организацию незаконного референдума в 2014 году. Андрей Шалда возглавлял избирательный участок в Славянском химико-механическом техникуме. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В автобусах города Славянска подорожал проезд. Теперь за поездку жителям придется заплатить 4 гривны 50 копеек. Славянск подписал грантовое соглашение на 25 тысяч евро. В рамках сотрудничества с Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов в Славянске и еще 5 городах области стартуют проекты, направленные на сотрудничество местной власти и общества. Больше новостей читайте на городском портале 6262. Будьте в курсе самых интересных событий.